участвует команда из Ичалковской школы под названием «Патриот». Мы простые, активные, творческие ребята, интересные, откровенные, талантливые. Наш девиз: всегда идем только вперед, ведь мы команда «Патриот». Ловкие и смелые, все для победы сделаем. Участники президентских состязаний во Всероссийском детском центре «Смена» продолжают радовать своими выступлениями не только на спортивной арене, но и в творческом конкурсе. Сегодня о своих родных краях рассказывают сельские классы команды. Посмотрите, какая красота! Состязания президентские открыли ворота! Ворота веселые, живые, спортивные и даже плясовые! Вот ворота так ворота, все сквозь них пройти охота! Тема 20-х всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» «О спорт! Ты покоряешь все высоты и вдохновляешь Родину любить». Регламент выступления 8 минут. О спорт! Хранитель мира на земле! Ты покровитель силы и добра! Ты веру нашу на своем крыле несешь через года, через века. Жюри – заслуженные педагоги и руководители танцевальных коллективов. Итоговая оценка жюри складывается из баллов за актуальность музыкально-художественной композиции, соответствие теме, режиссуру, сценическую культуру, качество исполнения музыкально-художественной композиции, костюмы участников, реквизит, соответствие регламенту. Максимальное количество баллов за выступление – 53. Наши учителя помогали в первую очередь. Тренер тоже ходил с нами на репетицию и контролировал все, и чтобы у нас все было хорошо. История и культура, деятели искусства и достижения спортсменов региона – все это представляют классы команды в своих выступлениях. Задача ребят – погрузить зрителей в атмосферу своего региона. Участники сельской команды из Магаданской области не только придумали выступление в стиле культового фильма «Агент 007», но и накормили жюри бутербродами с красной икрой. У нас очень красивые виды, особенно Охотское море. Обязательно приезжайте к нам, посмотрите эти красивые места. Съездите на Нюхле, позагорайте. Очень добрые люди, накормят вас вкусной едой, рыбой, икрой, конечно же. Костромская, Магаданская, Белгородская и Томская области. Республика Калмыкия, Чувашия и Алтай. Россия – многонациональная страна. И каждый народ богат и самобытен своей культурой. На творческом конкурсе каждая команда не просто борется за победу. Школьники учатся друг у друга и знакомятся с другими регионами. Лучшие классы команды будут объявлены на награждении.